Это программа «День с толком», в студии Андрей Дрейер. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Нет запроса сделать 31 декабря выходным. В этом уверен Виктор Томенко. Молодежный парламент края предлагает штрафовать за хранение, употребление и распространение снюса. В барнаульской школе моды и кутюрье Светлана, 30 лет. Шесть человек, четверо из которых дети, погибли сегодня на пожаре в селе Глубокое Завьяловского района. Возгорание в частном доме произошло рано утром. Когда на место происшествия приехали пожарные, дом горел открытым пламенем. Чтобы потушить возгорание, потребовалось полтора часа. Выяснилось, вся семья в момент пожара находилась дома. На месте работают следователи, исследователи и криминалисты Следственного комитета. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины возгорания, а также личности погибших. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Статья «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Молодежный парламент края предлагает штрафовать продавцов жевательного табака на сумму от 2000 рублей, а юридические лица до 60 тысяч. Штраф полагается и несовершеннолетним за употребление снюсов. Правда, платить его, конечно, придется родителям. Эти поправки в краевой закон об административной ответственности депутаты молодежного парламента внесли ради сохранения здоровья подростков. Ведь по всей стране все чаще фиксируются случаи отравления жевательным табаком. А на Алтае едва не случился летальный исход, когда в Заринский подросток задыхался после употребления снюса. Тревогу забили во многих регионах. Знаю точно, что этой проблемой занимаются коллеги из молодежных парламентов по всей стране. Думаю, что мы это до логического завершения доведем и на федеральном уровне, потому что вопрос достаточно серьезный. Эту инициативу направят в Краевое законодательное собрание и молодежный парламент при Государственной Думе. До конца подачи заявлений на должность главы Барнаула остается 4,5 дня. На данный момент официально заявили свои кандидатуры только 4 кандидата. Последним на рассмотрение специальной комиссии подал документы Вячеслав Франк, исполняющий обязанности главы города. Напомним, после рассмотрения документов комиссия проведет собеседование. А уже после из отобранных кандидатов главу Барнаула выберут депутаты городской думы. В этом году в столице края произошло 394 аварии на водопроводных сетях. Для сравнения, в прошлом 472, хотя год еще не закончился. Предварительные итоги сегодня подвели в Барнаульском водоканале. За 2019 в столице края проложили 14 километров сетей, из них 10 водопроводных, 4 канализационных. На все работы потратили почти 450 миллионов рублей. Глобальный ремонт прошел этим летом на участке Ленина-Чкалова. Последний раз трубы меняли там 30 лет назад. Этот ремонт запомнился жителям города двухнедельным транспортным коллапсом. Также крупные работы проводились на Комсомольском проспекте и на улице Аванесова. Важный параметр, который, в общем, я считаю, наше достижение, это снижение среднего времени отключения. То есть, если мы начинали в 2016 году, это было где-то 12 часов в среднем отключения, то сейчас 9 часов, и это очень важно. Потому что людям, в общем-то, не столько важно количество аварий, сколько времени у них отсутствует водоснабжение. Важно отметить и задолженность барнаульцев перед водоканалом. Это 520 миллионов рублей. К слову, почти столько же стоит годовая программа замены сетей. Также сегодня в водоканале назвали худшие управляющие компании года. Ими стали «Крона» и «Лесной». Кстати, из нововведений в этом году в Барнаульском водоканале внедрили робота, который принимает указания приборов учета. Свои итоги начинают подводить и в Алтайском законодательном собрании. В этом году сразу два депутата стали фигурантами громких уголовных дел. Это Ирина Теплова. Недавно ее признали виновной в хищении денег в особо крупном размере. Срок Ирина Георгиевна получила скромный – 4 года. И то условно. Другой мастер хитрых денежных схем – это Андрей Волков, бывший музыкант и уже бывший единорос. За присвоение денег жильцов многоквартирных домов он получил реальный срок – 5 лет колонии общего режима. Накануне Александр Романенко прокомментировал неудобный вопрос, как эти уголовные дела отразятся на репутации всего ОКЗС. Сегодня депутатский статус не является прикрытием для человека в его недепутатских делах. Скорее, это отягчающее обстоятельство. Во-вторых, есть способ защиты парламентаризма от таких негативных проявлений – оперативное лишение депутата его статуса в случае правонарушения, а также фильтр для избрания людей, у которых проблемы с законом. Можно написать в газете, что депутат преступник, но преступник не может быть депутатом.
Поговорили на чистоту губернатор края и журналисты ведущих СМИ. Накануне Виктор Томенко ответил на вопросы, которые накопились у нас за год. В их числе был и праздничный. Работаем 31 декабря или нет? Я, откровенно говоря, серьезного запроса со стороны жителей края не вижу, не слышу по поводу того, чтобы 31-е сделать на выходным днем. Ну, руку на сердце положа, надо сказать, что и так этот день всегда выходной, не выходной, он и так всегда является, ну, в какой-то степени предпраздничным, и чуть-чуть пораньше люди с работы уходят и уже в этот день приходят и в приподнятом настроении, доделывая, как правило, какие-то итоговые дела. Чего ж в последнюю эту неделю начинать какие-то такие существенные изменения? Поэтому вот мое отношение к 31-му, оно вот такое. Какие еще задавали вопросы и что на них ответил губернатор, смотрите в вечернем выпуске. Юные кутюрье и модели празднуют юбилей. Барнаульской школе моды «Светлана» в этом году 30 лет. Как будут праздновать эту дату и что умеют воспитанники стильного заведения, в сюжете Дарьи Эйдемиллер. Выкраиваем, чтобы у нас вот здесь вот центр, потом вот так раз и еще одни получились. Понятно? Угу. По краю. Именно с этого начинается жизнь всех коллекций школы моды «Светлана». Такие сложные костюмы воспитанники делают сами. У каждой группы всегда в работе своя коллекция. Всего обучается 88 человек, но желающих, конечно, гораздо больше. Только вот мальчиков очень мало. Мальчишек мало, потому что считается почему-то, что это не мужское дело. Я считаю, что портной – это изначально мужское занятие, так как, например, те же пальто, костюмы, кожаные изделия. Это очень сложно шить для хрупкой девушки. Это необходима сила в руках, в пальцах. Воспитанникам от 5 до 21 года. И уйти из школы еще никому не удавалось. После выпуска кто-то возвращается преподавать, многие приводят своих детей. Не хочется уходить из этого коллектива. Во-первых, тут очень классная атмосфера, очень крутые люди. И вообще дело шитье – это очень втягивающее такое. Очень нравится создавать коллекции, придумать что-то свое, участвовать в конкурсах, побеждать. Такие эмоции вообще не забываем. Для побед необходим внушительный набор навыков. Нужно уметь кроить, шить, декорировать, а потом еще красиво представлять свой костюм. Всему этому здесь и учат. Что для тебя самое сложное в занятиях? Наверное, придумывание самого костюма, чтобы он был более интересный, чтобы, когда зрители смотрят на нас на сцене, им было очень интересно на нас смотреть. Мы попросили девочек показать их любимые костюмы. Вот образы, посвященные картинам Николая Рериха и Барнаулу. Это «Хозяйка Медной горы» и «Сказка сказывается». Он яркий, и он, знаете, как детские фантазии воплощают мои. В честь 30-летнего юбилея школа моды подготовила отчетный концерт. Он пройдет уже в это воскресенье. На сцене представят новые коллекции и любимые зрителями. Репетиции уже идут полным ходом. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин, Николай Шелко. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи!